Здравствуйте, уважаемые болельщики! Мы с вами в Нижнем Новгороде, в ФОКе Мещерский. Через несколько минут здесь начнется второй матч 5-го тура Пари Суперлиги. Торпеда принимает ЛКС. Вчерашняя игра закончилась, ну, чуть ли не драмой. 2-2 ничья в основное время, потом такой конфликт. Представьте, вот так на третьей минуте после удаления Леона Кеджо вступить в такую игру. И сейчас уже, ух ты, удар по воротам. Никому дали шанс, просто подарили момент Липецку. Пас, удар! Как сейчас прошла эта передача? Там ведь и Костраба, и Оппер были. Александр Телегин тоже. Удар по воротам и гол! Но уже третий момент у липчан. И первый гол есть. Александр Дунец забивает. Телегин, передача Габриэлу и Хромых! Добивание! Браво! Браво, Залалетдинов! И здесь здорово, Обжорин, гол! И какой пас Оппера! 1-1, Торпеда сравнивает счет. Второй день подряд забивает Иван Обжорин. Играл он когда-то в Торпедо. А здесь 2-0! Коробейников! 2-1, прошу прощения, и Липецк вновь впереди! Курбанов-Коробейников, связка из КПРФ еще. Из КПРФ-2, если быть точнее. И вот сейчас может получиться опасный момент. Хромых бьет, штанга! Это повтор мы с вами только что видели. Обжорин будет бить, Габриэл! 2-2! Вот удар Ивана Обжорина, да, и пяткой Габриэл мяч в ворота переправил. 2-2. К воротам был именно игрок ЛКС в данном случае. Здесь Залалетдинов Зайцева опережает. Серебряков снова голевую на свой счет не записал. Телегин и обкрадывает его. Там Гуляйкин, Гуляйкин, гол! Чуть-чуть замешкался Телегин, этого Гуляйкину хватило. Зайцев, здорово! И можно бить! Залалетдинов! Габриэл. Габриэл разворачивается, бьет! Залалетдинов! Телегин. Телегин. Открывается там Максим Серебряков. А передача Обжорину! Обжорин! Штанга! Андреев, Сосковец. Можно на вратаря, да. И пятый фол в исполнении Фидана Низамутдинова. Сам он иронично смеется над решением арбитра. Максим Серебряков. Итак, Максим Серебряков. Разбег, удар и гол! Максим Серебряков, капитан команды! Сравнивает счет. 3-3. Этого не собьешь, Родион. Этого не собьешь. Но 2 по 25, конечно, тяжелее играть с миром. Удар и гол! Мирлушкин! Впервые он выводит Торпедо вперед! Впервые за тур! Впервые за... Сколько? 77 минут! Удар по воротам. Иваняк вставляет мяч Телегину. И Телегин заряжает по пустым. Гол! Гол! 5-3 Торпеда. И, пожалуй, нижегородцы сегодня одержат победу. Торпеда! А, там у нас гол. Я прошу прощения, пока тут смотрел повтор и записывал. Габриэл цепляется за мяч. Габриэл, Кручинин, гол!
Габриэл пробивает. Ну, не знаю, вратаря, не вратаря. Но, тем не менее, счет становится 6-4 в пользу Торпедо. Габриэл оформляет дубль. А Обжорин записывает на свой счет очередную голевую передачу. Прежде всего здесь нужно отметить, конечно, ЛКС и Тимура Алекберова. Но Сергей Скорович вовремя включился, да, обязательно спросим его, что именно он сказал своим парням в перерыве. Торпедо действительно смогло перевернуть игру.